Овсяное печенье без выпечки. Представляете, такое возможно. Вкусное. С цедрой апельсина. Делаем так. Берем геркулес, пару стаканов. Слегка обжариваем на сковородке или в духовочке. Подрумяниваем. Затем смалываем в кофемолочке в муку. Смешиваем с кокосовым или со сливочным маслом. И с медом до такой густенькой консистенции. Добавляем немножко ванилина, подсаливаем чуть-чуть и лепим печенюги. Вот такие. Немножко добавляем цедры апельсина. Ее на терочке на мелкой туда натираем. И сверху посыпаем. Лепим такие печенюшки и наслаждаемся. Можно их поставить в холодильник, можно сразу к чаю. Приятного аппетита!